Приветствую, на обзоре нож Тусан, модель ТС-48. Вот такая интересная моделька, цвет яркий, ярко-зеленый. Джаде он называется, что-то в этом роде. Ну, я бы назвал его такой светло-светло-зелененький, полупрозрачный, скажем так. Бэкспейсер такой красивый, оранжевенький, G10. Клипса стальная, отлично пружинище. Ну, немножко забольшая, но то такое. Ну, сама фора здесь у нас подшипники и клинок строго по центру. Вот такая интересная форма. Коготь. Можно даже так сказать. Так, лайнер лок. Продолжим по рукояти. Лайнер лок. Лайнер заходит полностью, но еще это почти 2/3 запаса есть. Лайнеры стальные облегчены. Вес ножа 127 грамм. Клинок сталь D2. Здесь дизайн указан. Вот такая интересная форма, кстати. Еще одну вещь покажу. Складывается все идеально. Здесь вот такая выборка есть выфрезерованная. За нее тоже можно открывать. Очень легко, кстати. Поэтому открывать можно, что за плавник, что за вот это отверстие. Ход идеально легкий. Так, здесь сталь D2, я уже говорил. По обуху у нас самая толстая, это 3,9, сведение в районе 0,55 мм. Где-то так. Намерил, больше нету и меньше. К сожалению, что-то доходит, но под вопросом, поэтому будем считать, что 0,55. Габариты 199, почти 20 сантиметров, 199 мм. И длина клинка у нас 8,8 до рукояти. Если брать полезную, именно саму режущую кромку, получается ровно 8 сантиметров. Вот такой интересный дизайн нож. Ну, кстати, режет очень хорошо, поэтому рекомендую. Нож очень хорош, оригинальное, качество идеальное.